В Западно-Казахстанской области завершили строительство школы имени Алмы Уразбаевой. Учебное заведение на 600 мест открыли в райцентре Казталовского района. Несколько лет сельские школьники из-за затянувшегося строительства учились в зданиях сельской библиотеки, дома культуры и даже молодежного ресурсного центра. Теперь они получают знания в комфортных условиях. Подробнее расскажет Альбина Кумаргалиева. Эту учебную неделю школьники Казталовского района начали в стенах нового здания. Строительство школы ждали здесь 3 года. Нам приходилось учиться в разных зданиях. У меня в этом году 1 класс, 13 учеников. В интернате мы учились, а там еще и другие учреждения. Поэтому мало выходили в коридор, в основном сидели в классе. А сейчас просторно, светло, все удобства, очень рады. У меня 5 детей. Все учились в разное время в разных местах. Было неудобно и тяжело. Теперь все позади. У нас новая современная школа. Учебное заведение с более чем 150-летней историей оборудовали по последнему слову техники. Здесь 32 учебных кабинета, мастерские дополнительного образования, арт и фотостудии, просторные актовые и спортивные залы. По словам местных властей, такие школы планируют открыть еще в 26 населенных пунктах. Это у нас будет 15 школ за счет средств КПОБВ, 3 школы мы реализуем за счет местного бюджета своими силами и 9 школ планируем в рамках национального пилотного проекта, это комфортные школы. На сегодняшний день у нас по комфортным школам, по 7 школам уже подрядчики определены, начали разработку проекта сметной документации. Оставшиеся 2 школы до конца года, это в городе Аксай, мы определим подрядчики и тоже начнем работы по проектированию. В этом году на строительство объектов образования из бюджетов выделено 25 миллиардов тенге. Альбина Кумаргалиева, Канат Махмутов, Ильдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область.